Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы смотрите наше видео, значит, вы ищете подарок для рыбака, и перед вами стоит вопрос, что подарить рыбаку. Мы подскажем вам 7 универсальных подарков на любое торжество и любой вкус. Будь то день рождения или день рыбака, который празднует во второе воскресенье июля. Смотрите это видео до конца, и вы сможете сделать правильный выбор для мужчины, хобби у которого рыбалка. И в этом ролике вас ждет приятный сюрприз. Рыбалка – это один из самых интересных и популярных видов отдыха. Главная цель такого отдыха – это сам процесс рыбалки, и без качественных снастей здесь не обойтись. Ни один рыбак не обойдется без удочек, поэтому их никогда не бывает много. Подарите ему современное удилище, которое сделано по новым технологиям. Держа такое удилище, рыбак будет лучше чувствовать усиленный сигнал о поклевке. Не оставит рыбака равнодушным и такой нужный подарок, как подставка для удилищ. На ней можно закрепить не одну, а несколько удочек, тем самым освободив руки рыбака, и он будет с удовольствием наблюдать за клевом и голубой гладью. Необходимым подарком станет и чехол для удочек. Благодаря тому, что он имеет несколько отделений, в него можно положить не одну пару удочек, что очень удобно при транспортировке и хранении. Также одним из разновидностей укомплектовки удочек являются тубусы, которые сделаны из крепкого пластика и более прочные, чем чехлы. Большой популярностью среди рыбаков пользуются сумки и чемоданчики со множеством отделений для хранения рыболовных снастей. Собираясь на рыбалку, рыбак сможет систематизировать все мелкие предметы и ничего не забыть дома. Такой чемоданчик одновременно может служить и стульчиком для рыбака. Хотите порадовать рыбака и сделать процесс ловли более эффективным и интересным? Подарите ему видеоудочку, то есть подводную видеокамеру. Такой подарок для мужчины, который серьезно увлекается рыбалкой, пригодится и зимой, и летом. Он позволит заглянуть под воду, увидеть рельеф дна и наличие рыбы. А если ваш рыбак еще и романтик, камера позволит создать красивый и качественный видеоролик. Обязательным атрибутом многих рыболовов считается складное кресло. Если у вашего рыбака его еще нет, то такой подарок придется ему по душе, и во время ловли он будет чувствовать себя комфортнее. Любой рыбак по своей сути экспериментатор, и он постоянно ищет новые приманки и способы ловли на старые. Поэтому любая новая приманка будет желанным гостем в его рыболовном ящике. Приятным удивлением для всех друзей и гостей нашего канала станет ссылка на сервис, который вернет вам часть потраченных средств. Ссылка находится в описании под роликом. Надеюсь, вы теперь имеете представление, что подарить рыбаку, и с легкостью сделаете правильный выбор. У вас есть идеи для подарков рыбаку? Пишите, и мы расскажем о них в следующем видео. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!